спонтанный ролик про эффективность пампинга. Это мы едем с Аней занятий домой. Она едет на моей маме, а я на Икарусе. Вот, на маме стоят Кахалани 180 мм. Толбарреля трептает. И конус стандартные, красные веновские. Не знаю, сколько они по жесткости, наверное, где-то 90, наверное. Анна, как тебе эта памп-машина? Когда темно, тебя будет, наверное, не видно. Хорошая. Она одобряет. Тут просто не хватает света. Ну, не знаю, надо на Аню какие-нибудь гирлянды навесить, чтобы все это показать. Этот кусочек поярче. Сейчас будет посветлее кусочек. Меня не догонишь. Анна предлагает меня снять, я говорю, что она меня не догонит. Короче, когда так пампишь, тепло становится. Сейчас актуально, теплота избыточная. Вот, и пресс немножко устает, но дыхание особо не забивается, потому что достаточно эффективная техника. Так что в осеннее время пампинг еще и способ поддержать температуру тела. Тыр-тыр-тыр, говорят колеса. Ну что, Анна, мы прощаемся с тобой здесь. Все, ребята, мы с вами прощаемся, а потом с Анной.